Всем привет, мои дорогие! Сегодня у нас целый день не было света, и я открыла свою поваренную книгу. Нашла там вот такой рецепт и посмотрела, у меня все эти продукты дома есть. Даже, представляете, оказались чипсы Лейс. Ну вот, и решила быстренько приготовить этот вот салатик, который я уже готовила. И мне, в принципе, он нравится, а муж мой вообще обожает вот эти крабовые палочки. Значит, салат этот называется пятиминутка, он готовится очень-очень быстро, и поэтому я его и готовлю. Я же не любительница долгих блюд. Сейчас я начну готовить салат. Палочки. Не сказала вам, что нужно для этого салата. Крабовые палочки, помидоры, яйца, сыр, чипсы Лейс у меня и этот майонез. И 2 зубочка чеснока. Лейс вы можете брать, не обязательно вы можете Лейс брать. Какие вам чипсы нравятся картофельные, с каким вкусом, те берите. А то у меня просто дома оказались эти. Еще надо было время засечь. Так вот, крабовые палочки уже готовы. Помидорки я взяла потверже, чтобы сок не пускали. Помидорки с нашего огорода, с нашей теплицы. Смотрите видео про теплицу. Помидорки не обязательно крошить мелко. Можете их крошить, как вам хочется. Потом-то вся и прелесть этого салата, что здесь не надо сильно мудрствовать. Дольше собираешься. Яйца тоже не обязательно мелко нарезать. Так вот достаточно, пойдет все крупно. Я когда-то по молодости любила салаты крошить очень мелко, а потом так как я стала взрослеть, мне стало нравиться все в крупном виде. Большому куску и рот рад, да? Да. Не зря же придумали. Товарищ оператор не ставит свои 5 копеек, вот ему очень тяжело потом. Я просто переживаю потом, после того, как видео сниму. Что не вставил? Да. 5 копеек? Да. Так, тоже распределили яйца, как вам нравится. Ну, чем не красивый, оригинальный, к тому же быстрый салат. И праздничный. Выглядит-то как. Тарелку взял красивую, и все. У каждого человека каждый день должен быть праздник. На столе, да? И в душе, и в сердце. Желательно. Так, сыр. Тру на терке. А можно, если нет вот этого сыра такого, у меня вот этот вот голландский сыр, можно вообще сырки потереть. Российский можно? Можно и российский. Да что меня тянет на эту крупную терку? Люблю же все крупное. Я думаю, знаете, вам очень-очень понравится этот салат. И вообще, кто против похрустеть этими калорийными чипсами, неполезным таким продуктом? Никто не против, да? Чипсы, майонез. Все самое полезное в этом салате. Да.
что как думаешь, хватит чипсиков? Тут еще, наверное, осталось. Вот, вы можете вообще все украсить, ничего не видно, чтобы было. Все. А тут так у меня немножко и слои даже видно, да? Ну что, нам салат-то готов. Нам остается попробовать этот салат. Пожелать вам приятного аппетита, приятного просмотра. И сказать до новых встреч, друзья. Подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки. Мы пробуем, и все. Салатик в тарелочку. Посадим товарища оператора. А у нас такой ужин будет. И он у меня будет пробовать, снимать пробу. Так, приступим, господа. Во. Извините, не вкус, да? Ну что, готовьте салатик. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал.